Я не разделяю мнение большинства моих коллег, которые верят в тотальную населенность космоса, в том числе и разумными существами. Я думаю, что жизнь, и в частности, в особенности разумная жизнь, есть чрезвычайно редкий феномен, и ближайшие очаги разума удалены от нас на расстояние, измеряемые сотнями тысяч, а может быть и миллионами световых лет.